Доброго времени суток всем! Меня зовут Олег, и я приветствую вас на канале «Давай попробуем». Отель «Имбуду Вилладж». Мы его выбрали как перевалочный на две ночи перед аэропортом, так как он находится в 30 минутах езды. Наше знакомство с отелем состоялось на пристани, когда за нами пришел катер с бравыми ребятами, одетыми в красивую униформу. На самом деле, на Мальдивах так принято, что отели-ресорты своих гостей встречают и провожают на катере. И вот катер быстро помчался по волнам, как в калейдоскопе, сменяя цвета. Остров Имбуду Вилладж, Южный Мали Атолл, находится в 12 километрах от аэропорта Мали. Остров небольшой, 280 на 140 метров. Обойти его можно за 20 минут. Остров зеленый, с пальмами, фиговыми деревьями, лианы, висящие над землей. Все это закрывает остров, образуя везде тень. Вступив на остров, на его белый песок, тебе хочется снять обувь и ходить без нее босиком. Территория острова ухоженная и аккуратная. На острове один ресторан, шведский стол, кухня разнообразная, как и бывает на шведском столе. На улице дополнительно жарят на гриле мясо и рыбу. Большой выбор десертов и мороженого, так что если вы хотели похудеть, вряд ли у вас это получится. Все напитки за дополнительную плату. Наценка хорошая. А что делать? Все привозное. Сам ресторан из себя представляет большую беседку. Рядом с ней в том же стиле есть вечерний бар. Там по вечерам играет живая музыка. Весь берег острова – это песчаный пляж, где-то больше, где-то меньше, попасть на который можно, пройдя через вырубленные кусты в виде проходов. Но заходы в воду есть не везде, из-за близко прилегающего рифа. Глубина около 1 метра, заходы хорошие, но на дне встречаются обломки кораллов и ракушек, так что нужно быть осторожными, либо одевать коралловые тапочки, мы так и делали. И имейте в виду, что полотенцев пляжных нет, так что лучше возьмите их из дома. На одном конце острова есть потрясающей красоты песчаная коса, плавно уходящая с волной в океан. У острова Имбуду есть свой риф. Он великолепный, красочный, находится в 20 метрах от берега, по периметру острова. По отзывам в интернете он один из лучших. На острове есть дайвинг-центр. На погружение приезжают туристы даже с других островов. Было еще приятным узнать про легкое течение вдоль рифа. Можно просто расслабиться на поверхности воды, а течение медленно понесет тебя вдоль рифа. А вам останется только восхищаться подводным миром. В прозрачных водах не обязательно погружаться, чтобы увидеть морских обитателей. Их видно и так – акулы, разнообразные рыбки, разных размеров и форм.
Отель Imbudu Village – хорошее соотношение цены-качества, но вряд ли вы здесь найдете уединение. Мне кажется, сюда больше едут из-за рифа.